Всем здорово! В этом ролике за каждое убийство я буду прописывать себя все круче и круче кит на сервере ArisMine. IP на экране и в описании. Начинать я буду, естественно, с вот этой руки. А, нет, стоп, можно же еще вант прописать. Во, можно вообще с топорика начать. Ну а вещи я буду складывать вот в этот сундук, который вы сможете найти в конце видеоролика. А тут будет много ресурсов, поверьте мне. Надеюсь, ты уже успел подписаться на меня, потому что если ты не знаешь, то если ты на меня сегодня подпишешься, то завтра под подушкой найдешь iPhone. Ну а если лайки и комментарии напишешь, то это просто два айфона под подушкой завтра. Ну что ж, а я не буду тянуть, погнали к ролику. Ребята, прямо сейчас передо мной голенький челик, и если мы его сейчас убьем, то я прописываю себе кит-старт. Поэтому, ребята, не будем терять времени и погнали. Все, убили. Легко. Кстати, ребята, вы когда-нибудь видели вот эту вот растительность? Хотя бы когда-нибудь в Майнкрафте? Я вот лично нет. И я что заметил, что если мы прыгнем здесь, то мы будем забираться по в этой вот лиане. Блин, удивительно. Но на самом деле это нас мало волнует, потому что мы прописываем себе кит и прописываем себе наконец-то кит-старт. Во, божественный кит-старт. И кит игрока. Ребята, я вижу какой-то ник, и походу это кит-стартер. Но сейчас мы, ребята, это посмотрим. И да, ребят, это кит-старт. Отлично, все. Пробуем его, ребята, слить. У нас как бы шансы одинаковые, но он не хочет. Он не хочешь, тебя сливал, но, братан, извини, сегодня не твой день. Сорян. Ребят, давайте я заберу отсюда только яблочко. Мне нужно только яблочко, остальное мне даже не надо. Если у него здесь сетхом есть, хотя я думаю, что у него здесь ничего нет. Короче, заберет, если надо. Хотя он же сюда не придет, поэтому я думаю, лучше забрать. Да, лучше забрать, чем не забрать. Ну а мы с вами прописываем следующий кит. И если я не ошибаюсь, то следующий кит это набор гидры. Это уже алмазка. Вот это уже неплохо. Ребята, меня кто-то телепортировал, я фиг знает куда. Но, ребята, здесь есть типы. Здесь есть типы, это самое-самое главное. Нет, ребята, они что? Они что-то выпили, они что-то выпили, какую-то баф. Это плохо, потому что чел выпил, видимо, ребята, скорку. Ладно, ладно, хорошо, давайте попробуем мы с ними посражаться. Одному даем стрелу, ребята, я ему наношу, смотрите, как жестко. И, походу, кстати, походу, ребят, это читер. Очень много нам наносит, очень много. Ты чё так много наносишь? Алё, что у тебя за мечик такой? Скажи мне, пожалуйста, что? Как он меня догоняет? Вот это тоже вопрос, ребята, хилимся, отлично. Бежим, ребята, вообще нету сердечек, нету сердечек. А, ребята, у него какой-то жесткий меч, видимо, да, все, Габелла, да? Ну, скажи, что я умер, давай, я запнусь, вот, давай, ударяй по мне, давай. Чё-то, ребята, он от меня отстал. Окей, хорошо, это мне на пользу. На самом деле, я не хочу терять свою бронь, и как он до меня достает? Что это, ребят, я говорю, он какой-то читер. Он как-то быстрее... Подожди-ка, стоп, подожди, давайте, ребята, мы с ним проследим. Вот мы просто идем, а... Ребят, но он же не быстрее меня, да? Но он не может быть быстрее меня, алё. Угу. Он может просто меня быть сильнее. Угу. Ну вот, как раз таки мы берем наши ресурсы, которые я складировал совсем недавно. Возвращение к истокам. Ребята, я нашел челика, который надет в кит-гидре. И вот, ребят, вот главное, чтобы он не ливнул сейчас. Я вот скрываюсь за бамбуком и, ребята, все. Мы здесь. Просто, ребят, дать КД. Дать КД челику. Давай, иди сюда. Давай. Все, ребят, дал КД. Значит, это уже он наш. Давай, забегаем. Забегаем с тобой, бро. Я с тобой забегу. Нет. Убегаем, ребята. Убегаем от него. Хаваем. Хаваем гэплик. Все, хилимся. И куда ты закрылся? Алло, братишка. Ты же сильнее меня. Ты же алмазник. Ребята, я кит-стартер обычный. Неужели он сейчас складирует? Ой-ой-ой, подожди. Ой-ой-ой-ой, подожди, хорошо, я сейчас снова отхилюсь и погнали. Ребята, погнали его фигачить, только главное его не подпускать к своему домику. И, кстати, почти, ребята, почти. И да, ребята, слили, отличный набор гидры. Кстати, он очень-очень покоцанный, но это мне абсолютно не важно. Потому что мы сейчас будем прописывать себе новый набор. Только для начала нужно как-нибудь от него ливнуть. Так что, братишка, извини, сегодня не твой день. Потому что я тебя благополучно ливаю на свой хом. Только надо нормально прописать, блин, хом, да, блин, хом, а, вот. Ну и, в принципе говоря, это все дело, как обычно, складываю. И на этот раз мы прописываем себе кит какой? Правильно, Цербера. И если я не ошибаюсь, это защита 1. Да, ребят, это защита 1, отлично. Вот только надо где-нибудь надыбать себе щит. Да, но его у меня нету, фигово. Я прямо сейчас, ребята, нашел тех челиков, которые меня убили, лол. А я сначала даже и не понял, что это эти челики. Ну ладно, ребят, это абсолютно не важно, потому что здесь челик. А вот, ребята, Цербер, который забафал скорку, походу это он меня убил. Подожди, или это другой человек меня убил? Вот этот, да, стоп. Они сложили бронь. Да вы что, угораете что ли, ребят? Ой, ребята, а там какой-то типочек жесточайший, вон. А, подожди, он не будет участвовать, да? Только ты со мной? Хорошо, давай, выходи один на один. Только давай подальше немножечко от твоего дома, где-нибудь вот здесь вот хотя бы. Или он засал. Да, он позвал, ребята, своего друга, да?
да? Скажи. Конечно, конечно, конечно. Вот на что ты надеешься, что вы меня втроем загасите? Чувак, ну нет, вот так оп делаешь и все. Вот, ну зачем? Ребята, я нашел кого-то, я нашел алмазника, только там, вон там. Ребята, что? Там какой-то очень жесточайший алмазник, просто, ребята, это даже не алмазник, это незритовый чел. Посмотрите, это Катя, Катя Малинова. Осуждаю, конечно, такое, возможно, что-то имя. Осуждаю, осуждаю. Но, ребята, хорошо, давай, давайте им. Хорошо, давай, давай, давай. У нас все-таки, ребята, одна цель. Вот этого челика загасить, да? Да. Только этот челик может меня сейчас спокойно. Короче, нет, ребят, я на это не согласен. Не подписываюсь на эту авантюру. Мне нужно что-то полегче. А, ну вот, он как раз за мной бежал, кстати. И меня, блин, снова телепортируют вот на эту локацию, где этот челик. Да? Ах, задолбали. Ребята, прямо по курсу у нас какой-то кикстартер, и, к сожалению, мне придется его убить. Потому что сейчас только, ребята, очень крутые челики играют. Вот вообще нету. Беру свои слова обратно, ребята, там алмазник, блин. Я только что говорил, что ни алмазников нету, а здесь вот алмазник, ничего себе. Но, ребят, видите, он не хочет заходить за свою территорию, то есть он ждет только вот вон там вот. Видимо, это какая-то ловушка. Ну, ребят, я ж тупой, конечно, погнали, погнали в твою ловушку, бро. Я даже в твой домик зайду, да? А ты где? Ага, все, исчез, да? Ты оставил своего друга один на один со мной, бро, ну как так можно? Но, в любом случае, ребята, мне хотя бы одного убить, и это достаточно. В принципе, мне нужен только кит, кит новый надо. Так что, о, он пришел. Ребята, он пришел, только у него какой-то очень жесткий меч. Че это такое? И все, ребята, погонь. Да почему как они? Еще чел появился. Почему, когда меня убивают, здесь дофигища челиков? Алло. Как они меня догоняют? Вопрос, ну как? О, ребята, я походу телепортирую. Да, да, ребята, это та же ферма, на которой меня только что убили. Так что давайте мы не будем мелить. И, кстати, здесь, здесь вот этот челик, который, ребята, телепортировался. Посмотри, ой-ой-ой, он очень жесткий. Ребята, он очень жесткий и... Да, походу это Габелла. Ребята, опять же таки, мне Габелла, блин, второй кит стираю. Нет, бро, давай, давай, ну не надо, ну зачем? Давай как-нибудь мирным путем все это, ну... Ясно, я тебя понял. Ребята, я наконец-то кого-то нашел. Здорово, Цербер. Надеюсь, ребята, то, что у него и набор Цербер. Да, ребята, он мне очень много наносит. Очень. Куда ты хилишься? Блин, сколько у него было сердечек, ребята. Блин, надо хилиться. Надо хилиться, ребята, надо хилиться. Он. Ага, ребята, он что-то забафал. Он что-то забафал. Видимо, мне, ребята, смерть. Да, он, походу, силу. Да, ребят, он силу забафал. Ладно, ладно, ребята, топорик в бой. Топорик в бой. И надо просто. У него чуть-чуть осталось хп. Чуть-чуть! Где я появился? Блин, здесь алмазники, ребята. Здесь... А, ну это жесткий алмазник. Да, блин, да что ж такое-то? Где обычные алмазники? Блин, кикстартер, извини меня, пожалуйста, но мне нужен лучший кит. Чуть-чуть хотя бы. Поэтому мне нужно тебя убить. Бро, сорян, извини, пожалуйста. Я не хотел, но это надо сделать. Извини, пожалуйста. Последний удар и... Сори, сори, бро. Еще раз. Тысячи извинений, реально. Я даже не буду подбирать его вещи. Даже выкину вот так вот. Просто в знак почтения этого кикстартера. Надеюсь, он заберет эти ресурсы. Ну, а мы с вами складируем нашу вот эту бронь. Кстати, ага, у меня уже тут переполнен стук практически, поэтому надо делать новый. Ну и мы прописываемся новый гид. Набор Тритона, наконец-то, это, ребята. А, это та же защита 1. Ё-моё, только... А, подожди, так у меня вообще такой... Блин, у меня вообще такой же кит получается, только перки еще добавились. Блин, ребята, я уже еще около 20 минут алмазников, реально никого нету. Я нахожу только этих кикстартеров, поэтому, ребята, сорян, но сегодня вы мои. Да, сори. Вот так, оп-оп-оп, до свидания. И... закрыл меня. Ты думаешь, это спасет тебя, братан? Извини, но не сегодня, реально не сегодня. Давайте... У меня стрел нету, я выложил стрелы. Ну ладно, ребята, я его смогу, мне кажется, догнать, только надо до него достать. Чуть-чуть, ну чуть-чуть же, тут миллиметр вообще. Давай, давай, чуть-чуть. Миллиметр. Ребята, смотрите, я до него не могу достать. Что это такое? Почему до меня могли достать, а до него я тоже могу достать. Отлично, все. Просто горжусь то, что убил кикстартеров, блин, вдвоем. Ладно, шучу, не горжусь я этим. Даже, знаете, как поступим? Мы придем сейчас к их дому. Это же его дом? Да, это его дом. И выкинем сюда в эти вот шмотки, потому что мне они, ну, ребят, по факту не нужны. Они же кикстартеры, им это надо. Поэтому мы идем на Home A и, в принципе, ребята, прописываем себе новый кит. Набор Тритона, да? Или... А, не-не-не, набор Феникса. Да, набор Феникса, нормально. А я не могу это получить набор. А, все, могу, отлично. Я наконец-то нашел себе достойного противника, ребята. Он, по-моему, в наборе Тритона, и у него есть внимание, ребята. Нет, нет, куда? Я же ему дал КД. Нет, да куда? Я ему два раза дал КД, и он ливнул. Как? Почему до меня докасаются? Почему? Я вот этого не понимаю. Смотрите, ребята, его инвентарь. Внимание, это набор Цербера. Вот, набор Цербера, и у него было сила 2. Я его буду здесь ждать, ребята, серьезно. Это же его регион, давайте мы посмотрим. РГ-инфо. Да, ребят, это его регион. Он сюда должен вернуться, просто 100%, поэтому я буду здесь засяду и буду его ждать. Ребята, а он здесь появился. Он знал, где я. Ребята, вы это видели? Он знал, где я. Хорошо, возможно, ребята, он меня пропалил. Но, ребята, нужно ему...
Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да как? Я даже не успеваю откинуть перку! И я даже там не поставил ситхом. Боже мой, ну почему так все со мной случается? Ребята, смотрите, я нашел алмазника, и походу, по всей видимости, он стоит в АФК уже очень-очень долго. Я здесь бегаю около минуты 3, да, и он вот в таком же положении стоит тут минуты 3. Так вот, что я предлагаю, ребята? Давайте мы поставим здесь ситхом какой-нибудь, например, В, и пойдем на варп-аукцион. Здесь мы должны купить себе хорус. Я надеюсь, что он... Ага, за 500 тысяч, спасибо. Я, ребят, надеюсь, что здесь будет хотя бы не, парочку хорусов. Мне... Вот, ребята, 5000 я могу... Вы меня вынудили, просто вынудили. А, вот, ребята, здесь за... О, за 3000 есть хорусы, отлично. Все, давайте мы сейчас телепортируемся на наш хом. Немножечко отложим их сюда, вот так вот. Потому что, возможно, я сольюсь, правильно? Правильно. И пойдем на наш хом В. Да, он, ребята, он здесь, он вообще не сдвинулся с места. Поэтому у нас есть все шансы попасть сюда. Подожди, где я? Это не здесь. А, ребят, смотрите, он пишет в чат. Кто ПВП за один на зрителя, не тропа, все без камы, можете челить. Да-да-да-да-да. Короче, ребята, он челиков, видимо, скидывает в ловушку. Так что, ребята, он не в АФК стоит. Вот это уже очень фигово. А, он разделся. Камон. Ребята, мой радар заметил какого-то землероя, походу как, потому что мой, вот смотрите, GPS, он показывает то, что он здесь, но мы вот так проходим немножечко, да, проходим, и стрелочка внезапно поворачивается сюда. Поэтому я смею предположить то, что это землерой, и поэтому мы, ребята, можем где-нибудь вот здесь прокопаться и прийти, в принципе, к нему. Вот же черт, ребята, он тоже двигается в это направление, поэтому давайте мы немножечко его обхитрим, захавав вот этот вот хорус, нас телепортирует куда-нибудь в... Никуда нас не телепортирует, конечно, Майнкрафт, спасибо. И мой радар уже, ребята, никого не находит. Но мы кидаем перочку туда, чтобы его немножко догнать. И скорее, да, ребята, все. Мой радар его на... Что он делает? Чего? В общем, вот, ребята, я вот так намного быстрее его движусь. И, в принципе, мы можем его немножко опередить и его немножко заставить врасплох. Я вам предлагаю копаться где-то здесь. Я уже отбежал где-то на 10 блоков вперед. И поэтому, в принципе, это хорошая позиция, чтобы его здесь... Вот, ребята, я вижу его ник. Я вижу его ник. Отлично. Главное сейчас просто по-тупому не спалиться, ребята. Надо делать все осторожно, аккуратно, и, видимо, ребята, он в какой-то... Он ливает. Да что сегодня за день такой вонючий? Ребята, ко мне телепортируется какой-то челик, я уже прочекал его инвентарь, и, ребята, это просто голенький челик, поэтому мы можем его загасить и получить с этого кит. Что ты хочешь? Что ты хочешь? Напиши ему, вот что ты хочешь. Просто, ребята, прикол в том, то, что у него есть зелье силы. Вот что мне нужно. И, ребят, нет, он... Короче, ясно, ребята, он ничего не хочет, поэтому давайте мы его так кильнем и получим зелье силы. Отлично. Вот только я не думаю, то, что я за этого игрока себе начислю кит, потому что я уже который раз по счету... Который по счету кидаю... Ай, короче, вы все поняли, что я убиваю только кит-стартеров. В общем, вот это я хотел сказать. О, и, кстати, у него, ребят, был щит. Это очень хорошо. Ребята, я запалил кого-то в доме, и это алмазник, ребята. Это алмазник. Хорошо, кидаем перочку. Вот так искусственно кидаем перочку. И мы, ребята, в принципе, можем его загасить. Поэтому погнали к нему вот так в дом. Опа, здорово, бро, сорян, но ты сегодня не жилец. Вот так пам-пам, и последний раз, до свидания. Его алмазку я не буду трогать, потому что мне она по факту не нужна. Но зато, ребята, зато я теперь смогу прописать себе новенький кит. И если я не ошибаюсь, то это уже будет защита 3. Ребята, защита 3, камон. Теперь-то я смогу надрать задницу каким-то левым челиком. Так что давайте мы телепортируемся на хом А и складируем нашу бронь. И следом прописываем наш заветный кит, ребята. Кит, по-моему, Пандара. Да, ребят, это защита 2. В смысле защита... А, о, защита 3, ребят. Вот это неплохо, неплохо. Значит, одеваемся и идем в бой. Ребята, внимание, смотрите, какой я замес нашел. Поэтому давайте мы, ребята, забиваем силочку и просто нападаем на одного из них. Поэтому вот туда кидаем перочку, вот туда кидаем перочку. И вот этот челик будет сегодня мой. Сорян, братан, но сегодня тебе просто не повезло. О, куда ты кинул перку? Куда ты кинул перку? Нет, бро, сегодня ты мой. Пожалуйста, не ливай, пожалуйста, ну пожалуйста. Прошу тебя, давай хотя бы чуть-чуть. Вот, видишь, сколько ты мне наносишь, бро. Давай, честно, ПВП все-таки превыше всего. Поэтому иди сюда. Ладно, я тебя понял, хорошо, я тебя понял. Ты хочешь меня загасить просто немножечко подкрысив. Окей, но ты понимаешь, что я тебе не дам этого сделать. Потому что я фрускис. Иди сюда, давай, ну куда ты кидаешь перку, бро, зачем? Ты же хотел со мной по ПВП. Давай со мной ПВП. Вот, ребята, все, он что-то запился. Он запился бафом, отлично. И, о, ребята, у него уже нет полбаллона. У меня тоже, кстати говоря. Быстренько сносим ему щит и все, добиваем. Ну чуть-чуть, нет, давай, стрела. Да, блин. Ребят, у меня сила осталась буквально на пару минут. Точнее, секунд, на 13 секунд. Да, ребят, на 12 секунд. Блинский, блин, ну куда ты ливаешь? Зачем? Ладно, хорошо, ребят, давайте вот против этого челика попэхаем.
разберемся. Возможно, у него хуже бронь, либо это, ребят, его друг. Не знаю. Да, ребят, у него намного лучше бронь на самом-то деле. И куда ты. Ну, ах ты ж грязь, вонючка. Все, ребята, у меня баф закончился. Ё-моё, все. И, ребят, я просто бессильный, поэтому надо отсюда ливать. Черт. У меня это на самом деле были, ребята, все. Вот просто, ребята, все возможности его загасить. Но, к сожалению, он ливнул. Да. Хотя, знаете что? Давайте, ребята, мы немножко схитрим. Да, а почему нет? Отвар Одиссей. И теперь посмотрим, кто из нас круче. Ага. Потому что, ребята, они обнаглели. Их двое, а я один. Да, получается. Поэтому, братан, здорово. Еще раз. Я пришел по твою душу. А куда? Куда ты уходишь? Куда ты уходишь, бро? Куда? Куда? Иди за мной. Сюда. Ясно, это еще, ребята, это еще и траппер, отлично. Давай второго челика, где мой второй челик? Вы же, по-моему, вдвоем были. А, вот он, ребята, отлично, все, нашелся, сюда иди. Давай, все, КД ему дал, ребята, отлично. И ты же мне, вот, смотри, бро, ты мне сколько наносишь сердечек, братан. Ты же тоже меня можешь победить спокойно, просто спокойнейшим образом. Но ты же не можешь, давай, у тебя, ну, чувак, у тебя вообще нет сердечек. Все, красавчик, молодец. Ребята, хотя бы одного нормального алмазника я за сегодня слил. Боже мой, как это было сложно. Давайте посмотрим вообще, что это. Это за... Ребята, защита тройка. А у меня-то защита двойка. Ничего себе. А, мало того, он еще написал, что я софт. Смотрите, Дизнас, Кронос софт. Так я вообще-то фобус, если что. Ну, раз я софт, значит я софт. Погнали на хом А. Складируем наши вещички. Ага. Их некуда складывать, прикольно. И уже сейчас, ребята, мы можем себе прописать кит Кроноса, да? Да, ребят, кит Кроноса. Это защита тройка. Вот это уже очень-очень круто. Поскольку у нас уже есть два тотема, я могу взять вот отсюда еще один тотем и немножечко больше. Хотя у меня и так их 16. В общем-то, погнали гриферить. О, ребята, я кого-то нашел. Отлично, только он забафанный. О, еще и кристалл. Ну-ка, взорвем его. Бах. Ага, не взрывается. Не взрывается. Ладно. Так, нет, не взрывай меня, бро. Пожалуйста, не взрывай. Давай-ка я лучше тебе дам стрелу. А, не дам стрелу. У меня они. А, нет, не закончились. А почему-то да. Так, ладно, да, не важно, ребята. Все, главное, чтобы он не взрывал этот вонючий кристалл. Я уверен, что это его кристалл. Я не знаю почему, вот просто мне, ребята, так кажется. Поэтому давайте ему сломаем щит. Ой. А че, куда ты разогнался так сильно? А, Куда? Ой, кристальчик, да, за кристальчиком побежал. Братишка, не сегодня. Давай, ломаем ему щит, ребята, и просто погнали. Нет, ребята, все. Не дал ему заюзать этот кристалл. И это было за один. Конечно, ребята, не шик, но за один тоже неплохо. Ой, окажется, кто-то встал ресурсы. Вот жопа, понюхай. Давайте, ребята, мы ливнем через ад. Почему нет? Иди в жопу отсюда. Иди отсюда. Хочу отсюда ливнуть. А может, он хотел просто со мной ливнуть. Но этого мы уже никогда не узнаем. И смотрите, ребята, где мы появляемся. Ничего себе! Давайте, ребята, мы его подождем ради прикола. Возможно, он сюда придет, и мы здесь немножечко, ребята, сломаем путь. Точнее, мы оставим здесь вот так вот блок. Возможно, он сюда допрыгнет, но мы его сломаем. Хотя шанс, что он сюда придет, вообще очень маленький, но все же он есть. Но, к сожалению, сюда никто не пришел. Хорошо, тогда, ребята, мы ломаем ему портал, чтобы он сюда вообще не вошел. И вы видели, ребята, там упал слизень огромный. Но опять же таки, нас это вообще не волнует, потому что мы идем на хом А и складируем нашу бронь. И уже на этот раз, ребята, мы прописываем себе набор Фобоса. Это мой набор. Кстати, я вам мог не покупать даже за крон. Потому что я его могу прописать. И это уже, ребята, защита 4, между прочим. Подожди, а почему так я быстро... Подожди, набор... Да, все правильно. Что-то странно, очень быстро. И я вам хочу напомнить то, что защита 4 это самый жесткий... Баф, защита 4, баф, чё я несу. Короче, это самая жесткая защита на сервере Арисмайн. Поэтому по факту мы топеры, только у меня нету, блин, тупых зелек. Поэтому я предлагаю вам их купить на варп аукционе. Ребята, очень близко у нас профессионал, поэтому мы должны как-то к нему и попасть. А я предлагаю туда просто кинуть перочку. Главное, чтобы он меня сейчас не запалил. Потому что что? Потому что он, наверное, в АФК, ребят, стоит. И это идеальный шанс, ребята, запить зельку. И такой, опа, сда... Почему? Алло, что за дела? Это чит? Чё, алё, это аристократ, вонючка. Он включил, ребята, флай или год. И теперь про... Ясно, зря потратил только зельку. Ребята, тут-туда, опа-на, здорово, не ожидал. Он, ребята, он просто, челик сюда кинул перочку, а его уже здесь фигачат, да? Да, братан, ой, подожди. Здесь типок, здесь типок какой-то очень жесткий. Походу сейчас меня будут, блин, фигачить. Ой, тише, подождите, ребята, я так не играю, не надо. Видимо, у челика, ребята, там, походу, у челика элитры. Это, ну да, ой, ребята, у него даже гнев богов есть, это незеритка вонючая. Так, хорошо, ребята, надо держать себя в руках и просто от него хотя бы попытаться ливнуть, хотя бы чуть-чуть, да? Да. Но, ребята, он что-то выпил, видимо, какой-то очень жесточайший баф, потому что он у нас донатер, и он, между прочим, в незеритке. Да, это, кстати, фобус, как я, ничего себе. И, нет, блинский, ребят, он на элитрах, черт побери, он на элитрах. Ладно, давайте попробуем с ним попехаться против незеритки, ребята. Я ему тоже хотя бы что-то сношу, правда, это намного меньше, чем он мне. Надо отхиливаться, ребята, обязательно надо, потому что не хочу умереть, да? Да, и, кстати, почему он мне проносит сквозь щит? Вопрос, ой,
Тише, тише, бро, тише, 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 тише. Не так жестко, не так жестко, не надо, не надо, не надо. Да, давай немножечко договоримся с тобой. Вот так, оп, давайте запьем отвар Одиссей. И ну вот, как меня бесят эти элитры. Надо вообще их убрать, я вот считаю, ребята. Вот напишите, ребята, в комментариях, как вы считаете, нужно ли убирать элитры? Потому что я считаю то, что их просто обязаны убрать. Потому что челики просто задолбали ливать от меня. Каждый, блин, второй челик на элитрах этих тупорылых от меня ливает. Либо наоборот, меня, блин, постоянно таргетит на этих элитрах. Поэтому я считаю то, что нужно их убрать. Но в любом случае, ребята, походу у меня смерть, да? Да, ребят, он мне наносит просто неимоверно много. Мне остается буквально пол сердечка. Даже не буквально, а пол сердечка. И, скорее всего, ребята, это минус мой кит. Да, к сожалению. Но ничего страшного, я еще его раз могу прописать, потому что я его покупал за арисы. Но теперь я смогу его купить за... Не, точнее, не купить, а просто прописать. Ну ладно, ребята, я с ним пока что еще пехаюсь. Чили, кстати, не умеет ПВП, он только критует. Поэтому, в принципе, если бы у меня сейчас не было больше... Короче, ребята, он меня сейчас просто сольет, да? Давайте хотя бы... Нет, ну ладно, ладно, я, ребята, его запомнил. Давайте мы посмотрим его инвентарь вообще. А, он же в бою, ладно, да, это вообще пофиг. В принципе, я его просто загашу потом после. Ребята, поздравляю, мы вернулись на то же место, где, в принципе, мы и уходили. Здесь два челика, и я фиг знает, как их, блин, достать. Потому что, ребята, посмотрите, а вот один. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, все, я понял, никак не достать. Ребята, вы видели, он, это просто топер. Просто чистейший воды топер. Ну вот куда мне с таким инвентарем на топер, вот вопрос. Так, ребята, смотрите, я телепортировался на босс. У нас есть, если что, боссы, кто не знал. И здесь челик закрыл этого босса куда-то вот такую коробку. Это, в принципе, ребята, шанс его загасить, да, то есть только вот меня нубики очень сильно мешают, вот меня они вообще бесят. Но в остальном, ребята, здесь можно как-нибудь проникнуть к нему вот так вот. Попробуем перку кинуть и нифига не получается. Давайте мы будем... нет, здесь, блинский, ребят, здесь тоже мне никак не проникнем. Как же можно сюда проникнуть, вопрос. Будем пробовать Хоросом, почему нет? Будем пробовать, возможно, ребята, меня телепортируют как раз к нему, как раз вот в это логово, и мы сможем его быстренько кильнуть. Вот эти вот мальки меня уже просто бесят. Иди отсюда. Вот, все, пока. Чел меня хотел загасить только что, видели? Ребята, вы это видели? Он чел... Ой-о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 й
вымораживают. Почему у меня не пьется зелька? Что? Почему меня прямо сейчас зажимают? Я не понимаю, ребята, почему, когда я не готов, меня просто, ребята, жмут, блин, в шестером. Так, все, вот теперь я, ребята, готов. И почему меня не телепортируют, блин, моя перка? Почему все сегодня против меня? Ребята, вопрос. О, телепортировала. Куда меня телепортило? Фиг его знает. А, нет, ребята, я все знаю, где я. Отлично, все, это, ребята, очень хорошо, потому что, смотрите, что мы делаем. Оп. О, ты хотел на меня? Ой-ой-ой, ребята, здесь их реально дофига. Так, хорошо, да, выплываем. И нужно, ребята, по одному. Давай. Я им, кстати, вообще, ребят, ничего не наношу. Видимо, это... А, ребята, так это Арис. Ребята, это Арис, блин, я думал, ты игрок какой-то. А это Арис оказался, блин. Неожиданно. Но ничего страшного, ребят, ничего страшного. Мы как-нибудь выберемся вот так вот. И, в принципе, попробуем их немножечко нафигачить, да? Вот так, оп. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, куда? Куда разогнался? Братишка, не надо. Вот так мучить на меня, не надо. Я, в принципе, тебя предупреждал, бро, что я опасный человек на самом-то деле. Давайте мы возьмем сюда и... Ах, блин, вот вдвоем очень сложно, ребята, реально, вдвоем очень сложно пехаться против одного. Да, ребята, конечно, вдвоем-то легко против одного. Так, отвар Одиссей, погнали. Против Ариса. Куда? Чё ты меня закликиваешь? Алё, братишка, алё. Их очень много, ребята. Блин, двое чиликов. Я не могу... Ну что ты меня хочешь зажать? Ребят, я понял, они мне дают эту, как это называется, замедление, во. Так, ладно, давайте, ребята, Ариса, мы попехаем немножечко. Давай, иди сюда, минус, тотем, отлично, хорошо. Минус, ребята, слил одного, отлично. Хаваем, отжираемся и погнали на этого. Вот теперь, ребята, я смогу его слить, я надеюсь. Главное, чтобы он от меня не ливал, как я и сказал, ребята. Главное, чтобы он от меня не ливал, блин. Ну почему? Ребята, что это сегодня за фигня? Кстати, я вообще ничего не подобрал, абсолютно. И он просто, ребят, от меня ливает. Ты серьезно? Ты только что на меня, блин, нападал, а сейчас ливаешь? Ты серьезно, чувак? Кстати говоря, ребят, у меня осталось очень мало действия моей. Давай. Ну нет! Что такое? Почему мне так, ребят, не везет? Посмотрите, что... Где он? Куда он исчез? Что это? Давайте попробуем его...
Ребят, я его не... Ну что ты хочешь от меня? Где этот челик? Куда он ливнул уже? Ребят, ну куда он успел ливнуть? Блин. Мало того, то, что он забрал мои ресурсы, так он еще и сам ливнул. Я в шоке. Как он мог здесь запрятаться? Ну вот просто как? Ребят, я бы его здесь увидел. Я вот обновляю чанки, но его здесь нету абсолютно. Здесь пусто. Никого. Но ладно, ребята, я победил. Я победил тех челиков, поэтому мы идем на хом А, складируем нашу броньку. Кстати, я выбил с них... У них была эта стрела, ничего себе, ребята. Так я вообще тогда топовый получается. Но, ребята, мы с вами прописываем самый крутой кит. Это набор Ариса, ребята, это самый крутой. А, у меня недостаточно Ариса, чтобы его даже купить. Понимаете, да, сечете? Так вот, ребята, это самый крутой набор на нашем сервере. Как бы, ну, кто бы что ни говорил, ребята, но набор Ариса это реально имба. Посмотрите, здесь и даже зельки такие офигительные, как и донатерские. И кит, посмотрите, ребята, 4 тотема, целых 4 тотема, 32 яблока, 30... Короче, вы сами все увидели, в принципе. И вот с таким китом мы попробуем кого-нибудь загриферить. Ой, ничего себе. Ребят, вы это видели? Ничего себе. Так, ну, это челик у нас голенький. Давайте мы ему дадим вот шмоток. Возможно, они ему понадобятся. Не знаю где, но может понадобиться. Ребята, смотрите, я заприметил уже двух челиков. Они, по-моему, ребят, они не сильные, но их двое. Так что мы в любом случае должны попробовать. О, ребята, чел запивается, чел запивается. Все, отлично, ребята, это очень хорошо. Надеюсь, то, что... Ой, не, ребята, ну они слабенькие, блин. Они по-любому будут ливать на свой домик. Ну, ребята, я их знаю, серьезно. Но все равно, ребята, чем черт не шутит, давайте мы даже не будем бафаться, просто попробуем хотя бы кого-то слить. О, кстати, они мне неплохо наносят, но этого челика я точно солью. Вот так вот, оп, ничего себе, вот так вот. И ты следующий, бро, ты следующий на очереди, ребята. Киты следующие я, наверное, не буду за них прописывать, потому что, ну, они на самом деле легенькие, да, то есть, ну, вот, я прошел квест, кстати, ничего себе. У него была силка. Заберу себе. А в это вот вам оставлю. Вот, держите. Вам, наверное, это будет, ну, ой, нет, стоп, топор мой. Выбросил свой топор, извините. Но вот, а в основном это... Неблагодарная скотина. Ребята, вот понимаете, делай вот людям добро, да? А они все равно, вот серьезно, вот почему чел не может вот просто принять мой подарок судьбы? Но нет, ему надо все, ребята, запороть и снести мне тотем, да? А он даже тотем мне не снес. Чувак, ты серьезно? Ты... Ясно. Давайте мы дохилимся, да, бро? Ну ты серьезно? Ты мне даже тотем снести не в состоянии. О чем вообще? Хорошо, ребята, окей, я заберу его все шмотки. Давай, ребята, видимо, у него там ловушка. Да, ребят, видимо, у него там ловушечка, да? Да? Скажи, что у тебя ловушка, бро. Или же... Нет, или... Ага, ребята, да, ловушка. Да, до свидания. Ну, тогда, ладно, ребята, я от них ливаю больше. Вот серьезно, вот больше не хочется возвращать никому ресурсы вот из-за такой вот фигни. Послушайте, как маяк звучит. Прикольный звук, правда? О, смотрите, ребята, как раз здесь какие-то шмотки, набор сервера, неплохо. И я, ребят, слышал то, что вот этот челик запивается. Ой. Ребята, вот это уже не смешно. Это реально не смешно, поэтому давайте мы будем запиваться чуть-чуть, потихонечку, вот так. Потому что их, ребята, двое, и челик в назаритке. Ну, это вообще, ребята, какая-то жесть. Поэтому давайте... Че вы вот не выходите? Давай, выходи. Давай, сюда иди, давай. Смотри, он челик... Боже мой, ладно, окей, давайте тогда мы его друга нас сольем хотя бы. И, ребята, шмотки мы ему, естественно, ребята, не будем отдавать. Потому что, ну, как бы... Вы сами, ребята, понимаете, я ему уже один раз вернул, а он меня захотел снова загасить, как бы, да? А челик-то, кстати, оделся в незеритку и просто ушел. Серьезно? Чувак, ты же, блин, в незеритке. Ты круче меня в 100 раз. Но почему ты ливаешь? Может... Нет. А, ну вот, ребята, смотрите, ну чел в незеритке, давай, иди сюда, у вас тут клан. О, ребята, все, давай, иди сюда. Ой, ну куда? Ты ходишь в ловушку? Я не хочу в ловушку, вот, между прочим. Эти дурачки даже не понимают, где я. Они меня ищут по ниру и... А, все, запалили, боже мой, серьезно, ребята, что такое? О, ребят, смотрите, он уже ломает свой дом, чтобы я просто сюда упал, чувак. А, он разделся, все, неинтересно тогда. Ребята, прямо по курсу у нас челик, который... Ой, слушай, а он неплох. А, ребята, я его сливал. И он написал то, что я читер, по-моему, это он был. Но давайте, ребята, мы немножечко его отведем от домика, потому что я не хочу, чтобы он от меня ливал, да, правильно. Ребят, а он уже, все, он развернулся, я ему стал неинтересен уже. Ну, конечно, в ловушку-то никто не хочет попадаться, правда? О, еще челик пришел, вот. Другое дело, давай, Фобос, иди сюда, давай, опа. Все, ребята, дал ему КД, ой, ребята, а он забафанный, он-то забафанный. Давайте мы тогда тоже забафаемся, я ж, ну, что, ты думаешь, я тупой, что ли? Не понимаю, как... ПВП-хаться, что ли, в нашем мире? Ой, ага, что ты мой кит застилил, вонючка. Ребят, мало то...
Чего? Где же были ресурсы? Куда они делись-то? Вот там у него ловушка, ребята. Вон, смотрите, там даже вон палец о рамке. А, он все засосал. Блински, ребята, я не выложил свои шмотки с предыдущего раза. Фигово. Закил это, по-моему, нельзя записать, да? Ой, ну что ты хочешь? Я туда не войду, бро. Не войду туда я. Он вот так хочет, чтобы я вошел. Смотри, ну вот. Какой же ты нубяра. Серьезно, сколько у него сердечек, ребят, осталось? У него меньше 5 сердечек осталось. Камон. И ты хочешь сказать то, что типа, ну. А, ага. То есть я еще читер, да? Хочешь сказать? Опа, ребята, видите? Смотрите, какая грязь тут ошивается. Короче, ребята, есть один вариант. У меня есть вот такая одна стрела. Мы его, в принципе, можем вот сюда вот выманить и немножечко бахнуть эту стрелу. Но надо, чтобы он отошел достаточно далеко, например, куда-нибудь сюда. Ой, ничего себе, меня телепортировало. Мы вот так вот стрелу у него пускаем, промазываем. Блин. И мой весь план, ну да, все, ребята, он просто, ой. А что мы затимимся? Чел, серьезно, тебя ж слили. Тебя ж этот чел и слил. А ты с ним тимишься? Ты серьезно? По-моему, что-то ты не так делаешь. И, блин, он снова его сливает. Да иди ты в жопу, блин. Он все подбирает. Просто, ребята, смотрите, он все всасывает и идет на свой дом. Вот ты серьезно думаешь, что это так беспалевно? Ты серьезно так думаешь, что это так беспалевно? Что ты отходишь в угол, что-то кидаешь? Серьезно? Давай честно по ПВП, бро. Ну ты же все равно мне всосешь. Я это 100% знаю. Ты же, ну, нубик, нубяра. Смотри, у меня полтора сердечка. Ты даже не в состоянии попасть по мне, чувак. О чем вообще речь? Вот, полтора сердечка. Ой, снес тотем, ничего себе. Снес тотем стрелами. Ну ладно, давайте сделаем вид, то, что мы ливаем. Вот интересно, он побежит за мной или нет? Он же мне снес целый тотем. И, ребята, нет, он не бежит за мной. Чувак. По-моему, вот это реально палится, что у него ловушка. Ну вот так вот просто, ребята, не отходить от своей территории ни на шаг. Ну это реально очень странно. Кстати говоря, ребята, у меня есть эта стрела. Отлично, давайте мы запьем отвар Эдисей. И попробуем, ребята, его нахлобучить немножечко. А, нет, ребята, не попробуем. Он просто кидает перочки. Ребята, он просто откидывает перочку и. Чувак, ты серьезно? Ты думаешь, что я такой тупой и не видел, что здесь он сам свою ловушку прыгнул? Боже мой. Ребята, я просто умираю от кринжа. А это челик снова здесь. Ты снова будешь здесь с ним тимиться или уже со мной затимишься, бартан? У тебя же вообще мало сердечек. Вот, ах, ты же грязь. Кто-то забрал все ресурсы, смотрите. Ну, ладно, я хочу попахаться с этим челиком. Серьезно, он меня просто уже немножечко задолбал. И вот, ах, ребят, еще одна ловушка. Да блин, сколько здесь можно ловушек расставлять, бартан? Ну это серьезно, это уже ненормально. Это, ну... Молодец. Хорошая попытка. Здесь, блин, челик летает. Вон, смотрите. Ладно, ребят, давайте мы отсюда будем ливать уже потихонечку, потому что что-то мне не нравится этот челик. Хух, ну и, в принципе, хом... А, все, ребята, я ливнул. И теперь самая-самая главная часть. Вот координаты. Приходите сюда. Здесь будут все, ребят, ресурсы, которые я нагрифрил, лежать. С вами был Фриз. Играл на Арисмане, естественно, ребята, как обычно. Подписывайтесь, ставьте лайки. Напоследок, да, хотел сказать. На этом все. Вот, приходите, грифрите. А, они даже, ребят, без этих, без региона. Короче, все. Всем удачи, всем пока. Пам-пам-пам-пам-пам.